Возвращение китайского бойца. Продюсер Джимми Вонг Ю. Исполнительный продюсер Цай И Минь. В ролях Джимми Вонг Ю. Люнь Фэй, Чунь Ин Чен, Чин Кэнг, Чинг Чи Мин. Оператор Чою Яо Сю. Автор сценария Ко Люнь. Режиссер Джимми Вонг Ю. Войдите. Приветствуем. Приветствуем вас. Проходите. Поднимите головы. Я пригласил вас всех сюда, чтобы обсудить кое-что. Сейчас главный вопрос о Китае, среди прочих. Мне нужна ваша точка зрения на будущее. Великий император хочет получить от нас совет. Нагато. Много лет Китай является закрытым государством. Все наши связи с ним прерваны. Так что нам прежде всего нужно... Продолжай. Прежде всего нужно завести друзей. Я предпочел бы выбрать из военных ведомств. Это все? Я хотел сказать о Ван Чоу То, один из прославленных генералов. Да, он очень влиятельный генерал в Китае. И если с ним удастся завязать связи, это было бы неплохой отправной точкой. Совершенно верно, это было бы на пользу нашей стране. И мы могли бы легче проводить свои дела. Ты совершенно прав. Я согласен. Я знаю. Генерал То собирает мечи. Мы приготовим ему хорошие подарки. Пару драгоценных мечей.
Как только мы завяжем связи с ТО, мы, Япония, сможем проводить нашу политику через него, по крайней мере, начать это. Мы должны найти лучшего человека для выполнения этого задания. Я знаю одного. Он один из оставшихся из клана Ицу. И он один из лучших бойцов Японии. Он как раз тот человек, который нужен для этого. И у него есть много последователей. Его зовут Китсу. Устройте, чтобы он прибыл сюда как можно скорее. Ясно? Быстро рассредоточиться. Есть. Двое на крыше. Есть. Старайтесь каждую пулю вогнать в цель. Есть. Слава императору! Мы победили врага. Благодаря императору. Thank you.
The guest arrived. Гость прибыл. Его милость идет. I am Kitsu. Я Китсу. Моя помощница. Мы приветствуем вас. Добро пожаловать. Вы, наверное, очень устали с дороги. Прошу присесть. Пожалуйста, начинайте. Со мной покончено. Японцы послали своих лучших людей. Наш план помешать им провалился. Мы не смогли противостоять им, чтобы они не встретились с генералом То. Мне очень жаль. Вун! Хорошо, хорошо. Очень хорошо. Можете уйти. Давайте выпьем за доброе здоровье. Ваше превосходительство, я пью за вас. Очень хорошо. Хорошо. Говорят, ваши силы велики. Для меня большая честь, что вы здесь. Я благодарен вашему командиру, что он прислал вас сюда. Надеюсь, в будущем мы все подружимся. Ваше превосходительство, поэтому меня послали сюда, чтобы установить дружбу между нашими странами, Китаем и Японией, моей страной. Если мы будем сотрудничать, мы оба останемся в выигрыше. Поэтому я надеюсь, что с сегодняшнего дня мы будем работать вместе на процветание наших стран. Так же, как и я тоже надеюсь на процветание. Так будет лучше всем нам. Выпьем. Прошу прощения. Я потерпел поражение. Встань. У японцев современное оружие.
Эта встреча с генералом То может принести много вреда нашей стране. Мне бы хотелось прекратить это. Очень жаль. И что теперь? Только генерал Шан Тао обладает на севере мощной силой. Только он смог бы противостоять силе генерала То. Из всех генералов он наиболее благонравный. Ясно. Если на нашей стороне будет генерал Шан Тао, то нам можно будет не бояться почти японцев. Генерал любит красоту. У меня, кстати, здесь красавица-племянница. Войди, моя дорогая. Дядя Фонг, встань. Дядя, чем я могу помочь тебе? Я хочу, чтобы ты отправилась к генералу Шан Тао и взяла с собой письмо от меня. Шан Тао — преданный стране генерал. Сейчас он на нашей стороне, но поездка будет трудной. Ты сможешь? Встретиться с генералом-патриотом для меня большая честь. Раз это так важно, как я могу отказаться? Я ведь тоже патриот. Ты очень умная девушка и очень красивая. Эта поездка будет непростой. Тебе понадобится много сил. Полковник Вэй, который находится здесь, вот он, поедет с тобой. Если тебе что-то понадобится, тебе нужно только обратиться к нему. Дядя, ты заботишься о нашем будущем. Я позабочусь об этом путешествии. Что бы ты ни сказал, что бы ни приказал, я готов выполнить. Это я и хотел услышать. Ты возьмешь с собой 2 ценных меча и жемчужины. Ты отдашь их генералу как подарок от меня. Хорошо. У полковника Вэя есть очень опытный соратник, полковник Ву. Слушайся их и следуй их советам. Хорошо. Обратно. Возвращаемся. Стойте! Подожди, послушай меня. Я должен тебе кое-что сказать. Я могу обещать вам одно. Я сделаю все, что смогу для своей страны. Я выполню свою работу, клянусь. Так что доверьтесь мне.
Испугались, госпожа? Что случилось? Там был какой-то незнакомец, который нас спас. Что? Вон он. Что случилось? Почему отступили? Им пришла помощь. Это настоящий боец. Круче некуда. Тише, он идет. Спрячьтесь. Ты кто? Китаец. Очень хорошо. Скажи, зачем ты вмешиваешься в наши дела? Я уважаю твое мастерство. Поэтому предлагаю тебе 500 талий золотом, чтобы ты не вмешивался. Иначе... Что иначе? Я убью тебя. Это будет не так-то просто сделать. Выходи. Тебе не убежать. Вытащите его оттуда. Есть. Тащите. Проклятие. Он ушел сзади. Я использую стиль клана Ицу, чтобы поймать его. Должен признать, ты упертая девушка. Тебе так хочется своего добиться? Конечно. И пока ты жив, я буду следить за тобой. Ну, раз тебе этого хочется, ты думаешь, ты в этом хороша? Но во многих районах профессии женщин разделывают рыбу. Занялась бы этим. Я ведь не одна. Ты хочешь сказать, что еще друзей привела? Да, посмотри наверх. Настоящий убивец. Настоящему убийце нужно нанести лишь один удар. Типа вот так.
I mean, like my chopsticks here. Как, например, я действую своими палочками для еды. What's your business? Are you perhaps a knife seller? А ты чем занимаешься? Ножами торгуешь? Я покажу тебе. Настоящему убийце нужно сделать лишь один удар. Я всегда думал, что есть только один человек, который сможет меня победить. Теперь я вижу, что таких двое. А кто второй? Тебе лучше не знать его, чтобы никогда не встретиться с ним. День, когда ты с ним встретишься, станет днем твоей смерти. Так что лучше ты убей меня сейчас. А если я этого не сделаю? Ты хочешь сказать, что приведешь его ко мне? Да. Можешь идти. Well, fish cutter, ну что, чистильщица рыбы, ты спустишься сама или мне тебя опустить? Well, I have to admit, you've sharp eye. Должна признать, у тебя острый глаз. И это все, на что ты способна? Никаких новых стилей боя? Новые стили? Я тебе кое-что покажу. Я прикончу тебя. Наверное, положено испугаться. Но слыхал я такое и раньше. Прошу извинить. Я последовал за тобой сюда. Я не выполню работу, не могу взять с тебя деньги. Вот твое золото, забери его. Можешь оставить себе. Слушай, я не справился. К чему все это? Правда или ложь, то, что ты сказал ему? Отчасти то и другое. То есть... Один человек доминирует здесь над всеми боевыми искусствами. Это и есть Сяо Пайлонг.
Сяопай Лонг, китайский боец. Да. Он известен под кличкой китайский боец Сяопай Лонг. Но ты говоришь, что есть человек, который может победить его. Да, и такой человек только один. Да, только один. Не согласна. На японских национальных соревнованиях было много отличных бойцов. В финал вышли многие. Был даже один человек, который победил 15 бойцов. Ты собираешься драться, но неужели ты думаешь, что сможешь меня победить? Очень скоро мы узнаем ответ на этот вопрос. Бой! Проиграл бой. Кин Фэнг выиграл матч. Уберите его. У восточных ворот А Тин Лу. Клан Тин Хат. У вас западных ворот Вай Тин Кло, клан И Коу. My clan's proverb is each to his own fighting style. Девиз моего клана. We always win. Все вместе, единое целое, но каждый ценный боец. Берегись, сделаешь одну ошибку и умрешь. Берегись сам. Никто пока не мог победить мой коготь. Давай. Бой. Thank you.
the twin heart technique. And now you know it. Это специальная техника. Теперь и ты ее знаешь. Бой закончен. Атин Лу из клана Тин Хат победил. Без оружия один боец дзюдо выиграл 12 раз. Следующий бой. Тенпенг и Тин По. Начали. У восточных ворот. Боец дзюдо Топенг. У западных ворот. Кинпо. Стиль джиу-джитсу. Джиу-джитсу. Явно слабее, чем дзюдо. Теперь я продемонстрирую тебе настоящий бой. И ты все поймешь. Посмотрим, чей стиль сильный, чей слабый. Начинай. Бой. Боец дзюдо победил. Для следующего конкурса первый приз победителю – драгоценная огромная жемчужина. Выигрывает ее боец дзюдо. Восточных ворот. Клан Чао Санг. Боец Тао Пан. У западных ворот. Боец Ян Фэнг.
Чао Салонг проиграл. Победу одержал Инфэнг. Следующий бой с оружием начать. Восточных ворот Ачинлунг. Клан Аквин. У западных ворот. По-прежнему Инфэнг. В нашем клане много великодушных и щедрых людей. Не то, что в других кланах. Но предупреждаю, будешь драться со мной, погибнешь. У тебя еще есть возможность передумать. К бою. Начали. Побеждает монах Инфэнг. Награда этого боя – драгоценный меч старинной работы. I see. Do you think that any of them could beat Cao Pai Lung? Понятно. Теперь, как ты думаешь, кто-нибудь из них сможет победить китайского бойца? Я думаю, только один человек сможет сделать это. Кто это? Черный цапля. Он японец. Понятно. Но только отчасти. Ты что-то не договариваешь? Я сказал Сяо Пай Лунгу, что приведу сюда бойца, который победит его. Черную цаплю? И где же он? Тебе придется найти его самой. Мы здесь. Через дверь не пройти. Действуйте сами. Проходим. Лакрин, come out. Цапля, выходи. Так-так, столько японских друзей. Какая неожиданная радость. Что вам надо? Ты ведь член нашего клана и держишься наших законов. Это правда? Ты соблюдаешь их по-прежнему, как я соблюдаю свои? Да, я соблюдаю все традиции нашего клана. Я служу ему. Приятно слышать. Мне надо, чтобы ты подрался с одним человеком, победил его. Если руководство клана прикажет, я сделаю это. А от тебя никаких приказов я слушать не желаю.
Но это против правил клана. Стойте. Слушайте. И слушайте как следует. Я не великий боец, который зарабатывает себе репутацию мечом. Я простой убийца. Я дерусь, чтобы убить. И только ради этого. Да, ты прав. Драться, чтобы убить, это единственный путь. That old Izu clan would never use a gun. Но клан Ицу. Раньше не использовал оружие, поэтому мы почти все исчезли, я знаю. Но победа над врагом означает его смерть. Победа оправдывает использование любого оружия. We both belong to the same clan. Мы оба принадлежим к одному клану. Same background. У нас одинаковое прошлое. And as for the gun, а что касается оружия, это I'll хорошее оружие. И я буду использовать его, когда мне понадобится. Спасибо. Nice это хороший подарок. Like that, такое оружие может заберечь right много сил. И оказаться крайне полезным. Но у меня есть и другое оружие. Смотри. Когда надо, мне не нужно оружие, чтобы убивать. Никакое оружие. Ни пистолеты, ни пушки. Я использую свои руки. Можете идти. Уходим. Black Crane. Черная цапля. You again. Опять ты. I want you to kill a man. Я хочу, чтобы ты убил человека. А что ты можешь предложить? Свое тело. И ты считаешь, что это достойная цена? Очень даже может быть. Сейчас узнаешь, почему не попробовать. Я не против. А потом мы обсудим подробности. Thank you.
think? We're taking over this place for the night. I must ask you to leave. Внимание! Я прошу уйти всех посетителей. Ваши счета будут оплачены. Hey, you! Wake up! Эй, ты, проснись. Wake up, will you? Проснись, ты. Here. Нельзя здесь спать. I'm drunk. Я пьяный. That man there. Этот I человек. Я знаю, что on, он безопасен. Еще вина. Иди отсюда. Я видел его раньше. Генерал сказал, надо быть осторожными. В следующий раз я доберусь до него. Если будет второй раз, значит, будет и третий. Есть новости. Я Ан Юньфэй из казначейства. Боец соревнований идет сюда. Ему велено помогать нам. Где он сейчас? Завтра. Он устроит засаду для кареты генерала. Ты думаешь, он справится один? Я не знаю. Я только знаю, что он как пушка 60-футовая, и он умеет пользоваться своей пушкой. Что ж, есть и другой боец, он лучше всех. Мы попробуем использовать его. Кто же это? Странный человек, очень странный. Человек, которого она упомянула, это я. Стойте. Полковник, да? Что-нибудь случилось? Не знаю, пойду проверю. Кто там? Выйди. Назовись. Выходи. Я Ин Фэнг. Мне нужна девушка, меч. Жемчуг, и вы сможете уйти. Японский монах – любитель девушек. Вот почему в Японии много монахов. Не радуйся пока. Слишком рано. Слезай. Конечно, слезу. Вот и спустился. Держи. Ha 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 ha
You can take it back now. Можешь забрать это теперь. Right. Then I'll take it out for you. Ладно, тогда я вытащу это для тебя. Шеф. Like I said, we've met again for the third time. Я же сказал, что встретимся и в третий раз. Еще будет и четвертый, и пятый тоже. Это я вам обещаю. А теперь мне надо идти. Ты устроил им засаду. Засаду-то он устроил. Только, боюсь, потерпел поражение. Значит, ты проиграл. И где же твое оружие, которое приравнивается к пушкам? Даже оно не понадобилось. Мне кажется, все это лишь куча мусора вместе с тобой. Let's see your gun. Я готов продемонстрировать тебе. Я не для демонстрации здесь, а для того, чтобы убивать. Будь ты проклят. Инфэнк! Инфэнк! Этот человек уже мертв. С виду он кажется живым, но по сути мертв. Каждый боец может потерпеть поражение. Как же так? Я не понимаю. Он потерпел поражение и решил, что должен умереть. Это от стыда. Поражение? Кто же победил его? Два человека, которых он встретил вчера. Я видел вас и раньше, друзья мои. В Киото. Мы пришли сюда в поисках утраченной жемчужины. Похоже, она у тебя. Многие бойцы ищут жемчуг. Только зачем же мне таскать ее с собой? Что ж, тогда нам придется убить тебя и забрать ее силой. Раз вы хотите драться, я с удовольствием. Итак, давайте посмотрим, что лучше. Дзюдо или китайский бокс? Тайский бокс.
Японское дзюдо — это просто мусор. Уже иду. Уже несу. Минуточку. Вот. Ваш заказ. Не могу представить себе. Первоклассный эксперт по дзюдо. Получил поражение от каких-то двух тайских бойцов. Я видел их в Киото. Они не пропускали возможности подраться. Но его стиль... Неужели у него были слабости? Я думаю, что эти двое могут работать на китайцев. И, возможно, жемчуг не единственная их цель. Черт побери. Прошу сюда. Садитесь. Вот сюда. Присаживайтесь. Что будете заказывать? Поесть и выпить. Хорошо. Вспомни дьявола, он тут как тут. Те двое как раз и есть... Тайские бойцы только что прибыли. Господа, вы ищете жемчужины, утраченные. Да. Я видел группу сопровождения. Они в том числе везли и жемчуг. Но кое-что случилось. Теперь ее надо искать в другом месте. Не беспокойтесь, вам лучше спросить Воун у того. Он был как раз в эскорте сопровождения. Где жемчужина? Наверное, в какой-то раковине на дне. Дурака валяет. Все врет. Смотри, хуже будет. Тебя надо Нет там жемчуга. Это мука для лапши. Oh.
Такое качественное масло зря пропало. А это замечательный, прекрасный клей. Ну вот. Я черная цапля. Nice to meet you, Rapid Fit. Рад встрече с тобой. Быстрая нога. Китайский боец. Так это про тебя говорил метатель ножей. Где он, ты не знаешь? Думаю, что он тренируется. Does he intend to come back? Not yet. How do you? И когда он собирается вернуться? Не сейчас. Откуда ты знаешь? You beat me, he'll attack you. I beat you. Если ты побьешь меня, он нападет на тебя. Если наоборот, то на тебя. Won't fight you now. Вот оно как. Я не буду сейчас драться с тобой. I mean, ты должно быть устал. Я могу себе позволить подождать. Well, I'll see you. Что ж, до встречи. Hey, зачем ты его отпустил? Это мое дело, не твое. Я скажу, когда. Успокойся. Его не заставишь. А теперь слушай. В долине стоят нужные нам ящики. Надо дождаться ночи. Открывайте.
That's the Itsu's secret, unless I'm wrong. Так вот в чем секрет клана Итсу. Если ошибаюсь, поправьте меня. Ты, кажется, все знаешь. Ты слишком умен, черт побери. Это моя профессия. Но на что они годны? Сейчас увидишь. Держи. Now then, you can see what it's useful for. Теперь ты понял, для чего они пригодятся. It seems you're concerned about him. Ты так беспокоишься за него. Почему? Это мое дело. Позволь напомнить. Клан Итсу не завозит привязанностей. Если проявишь слабость, наказание — Пошли. Where'd they go to? They've gone to the mine. И где девушка? Куда они пошли? На рудник.
The pearls and the girls all out. Мечи. So when is the ship arriving? Жемчуг и девушка изъяты. Когда шеф прибудет? Завтра утром. Неплохо. Итак, друг мой, кажется, мы добились успеха. В любом случае, теперь мы в безопасности, и нас никто не остановит. Быстрый кулак. Китайский боец наверняка уже мертв. Я не мертв. Я здесь. Пусти. Пусти меня. Жемчуг, мечи. Ты можешь их забрать. Ты можешь получить все, кроме японской девушки. Она останется здесь. Не переживай, я предпочитаю китаянок. Можешь оставить ее себе. Я игрок. Я бы хотел заключить с тобой пари. Какое? Что победитель получает все. Хорошо, мы готовы. Мы можем поставить все. Но все-таки надо убедиться, чтобы ставки не исчезли, пока мы играем. Действуйте, я не сбегу. You can watch the swords and the pearls. Присмотри за мечом и за жемчугом. И за вещами дамочки. Если тебе это поможет. Но ты кое-что забыл. У меня есть оружие. И с его помощью я смогу подстрелить тебя на 100 метрах. Ты сможешь достать меня на таком расстоянии своим кулаком? Нет. Да, даю тебе время подготовиться. Мне бы хотелось увидеть, как твой кулак справится с моим оружием. У каждого своя техника, и везде она разная. Когда ты узнаешь мою, ты будешь мертв. Начнем, прошу. Быстрый кулак. Желаю удачи.
Ты слишком умен. Ты все получил и посмел вернуться сюда. Ты ошибаешься. Дело не в нем, не он настоящий предатель. Не он, а кто? Ему заплатили, чтобы он помогал нам. Но отпустить этих людей была моя идея. Я приказал ему это сделать. Я не понимаю. Я знаю, ты очень хороший человек, отличный боец. Но есть вещи, которые тебе пока не дано понять. Наши тайны пока не могут быть открыты. Позже ты узнаешь истину. Мечи и красота. Вечно из-за этого
неприятности. Знала бы ты, какие трудности были с тем, чтобы доставить тебя в Японию. Получи. Стража, ко мне. Стойте. Теперь я умру. Умру за свою страну.